По рефинансированию Сбербанк предлагает кредит от 3 миллионов рублей сроком до 10 лет, 120 месяцев. Мы вывели специальный продукт на эту полку для клиентов, Татфонбанк в том числе, учитывая как раз и микрозаймы. Соответственно, в ускоренном режиме мы эти заявки рассматриваем. Срок у нас 7-8 дней с момента полного пакета документов. Также мы предлагаем финансирование текущей деятельности, то есть кто попал в ситуацию, им нужны текущие кредиты от 150 тысяч рублей сроком до 3 лет, процентная ставка от 11% годовых. Мы специально снизили объем процентной ставки на эту ситуацию. И также мы предлагаем экспресс-реструктуризацию. Есть клиенты, которые имели кредиты не только в Татфонбанке, а в нескольких банках. Поэтому мы предлагаем экспресс-реструктуризацию. Она делается очень быстро, с минимальным пакетом документов. На 3 месяца мы переносим тело кредита по нашим кредитам в Сбербанке, кто имел в том числе и кредиты в этих банках, для того, чтобы снизить нагрузку по платежам в этот период. Объем можете озвучить? Объем. Сколько людей обратилось и планируемый объем, сколько вы будете? Мы выдадим всем, кто обратится. На текущий момент обращений не очень много, могу сказать. То есть статистика – это где-то около 5-7 предпринимателей с точки зрения кредитов. За экспресс-реструктуризацию у нас сейчас одна заявка на рассмотрение. Вот на текущий момент. Надо понимать, что это вот с момента выплаты. Мы 26 в понедельник, как банки-агенты, начали выплаты предпринимателям. Поэтому основная масса клиентов, предпринимателей обращается сейчас за выплатами. Коллеги, я тоже прокомментирую. У нас много обращений, собственно, предприниматели спрашивают. Вот сейчас мы не испытываем. Ну, мы знаем, что 10 января нам надо платить аванс нашим работникам. Будет ли возможность нам воспользоваться микрозаймом? И насколько это будет актуально? Вот мы на эти вопросы все отвечаем, что эта возможность будет для всех, потому что достаточно фонда, и при необходимости мы расширим эту форму поддержки. Сам факт для предпринимателей очень важен, что они могут в упрощенном режиме получить денежные средства для поддержания своей ликвидности. Это случится сегодня, это завтра им нужно будет, 10 января, то есть когда. Но дело в том, что мы будем работать все новогодние праздники, для нас этих выходных как бы нет. Режим будет работать точно такой же, поэтому эти дни можно будет использовать для оформления, чтобы получить сразу микрозайм. Еще, значит, один из перечневых вопросов. У нас с Нового года начинается новая программа поддержки малого и среднего бизнеса. Соответственно, нас спрашивают, действительно ли есть у нас приоритет в получении грантовых уже программ. Тоже ответ здесь да. Есть прямое поручение президента для такой категории предпринимателей. Мы будем предоставлять, соответственно, нашу поддержку. Это уже будет начало следующего года. Акбарсбанк, пожалуйста. Коллеги, мы разработали две программы кредитования льготного для клиентов Татфонбанка и Интехбанка. Значит, одна программа – это экстренное восстановление ликвидности, скажем так, у кого просто вот действительно буквально заморожены деньги, из-за этого встала вся деятельность. Сумма там до 2 миллионов, мы не претендуем на имущественное обеспечение, мы приветствуем поручительство гарантийного фонда, это у нас, в общем, программа-то совместная. И гарантийный фонд, кстати, еще и снизил размер комиссионного вознаграждения в рамках этой программы для клиентов. Минимальный пакет документов, заявленные нами сроки 3-5 дней на рассмотрение этой сделки по самому усеченному перечню. Мы даже не претендуем на справки других банков, там, о кредитной истории, оборотах и так далее. Вторая программа поглобальнее и суммами, и подходом к клиенту, к его оценке. Возможное кредитование до 100 миллионов рублей, до 30 миллионов, если были овердрафты, соответственно, в этих банках, и до 100, если были возобновляемые кредитные линии для того, чтобы оборотный капитал имел подпитку в виде заемных средств. Ставка по первой программе льготная 11, по второй, я считаю, что тоже интересная ставка, от 13,5. Значит, и вторая программа предполагает минимальный перечень пакета документов, предполагает возможность беззалогового кредитования или частично беззалогового и поручительство гарантийного фонда. Комиссионных вознаграждений нет. Кроме того, сейчас для того, чтобы клиенты могли быстро открыть расчетные счета, у нас работает и программа льготного открытия расчетных счетов в Акбарсбанке. Акция «Новогодний счет» запущена как с льготой, с бесплатным открытием, так и с льготой по обслуживанию. И
можно воспользоваться и опцией резервирования расчетного счета на сайте, чтобы ну, вот, буквально в режиме онлайн за 10 минут получить искомые 20 знаков для того, чтобы сейчас, здесь и сейчас иметь расчетный счет. Сколько человек обратилось? Простите. Сколько человек обратилось? Статистика. Из того, что помню на память, за 2 дня клиентов Татфонбанка у нас открыто, ну вот так получилось, что за 2 дня последних помню, 290 открытых расчетных счетов. За кредитами мы их легализовали буквально сутки назад, обратилось трое, 3 заявки в работе на 12,5 миллионов.